Здравствуйте, новости спорта. В эфире телеканал «Орифей Пермь». В составе молодежной сборной России по футболу сыграл нападающий «Амкара» Алексей Гасилин. Он принял участие в товарищеском матче против сверстников из Узбекистана. Россияне в выездном поединке одержали победу 4-3. Гасилин вышел на поле во втором тайме. Забитыми мячами, равно как и карточками, не отметился. В планах у нашей команды еще одна контрольная игра с белорусами. А после состоятся отборочные матчи к чемпионату Европы 2019 года, который пройдет в Италии. Молот Прикамье заключил договор о спортивном сотрудничестве с нижнекамским клубом «Нефтехимик», выступающим в континентальной хоккейной лиге. В рамках соглашения партнер «Пермяков» получает возможность командировать в нашу команду до 10 своих игроков, а в случае необходимости «Нефтехимик» будет возвращать их обратно. Предположительно, в молот нижнекамцы станут отправлять игроков в возрасте 20 лет, которые еще не дотягивают до уровня КХЛ, но переросли молодежный хоккей. И в завершение о гандболе пермские «Медведи» подводят итоги сезона. Команда закончила выступление в Суперлиге. Итогом стало 8-е место. Соревновательный год был крайне непростым. Вслед за возникшими финансовыми проблемами появились и кадровые сложности. Доигрывать сезон пришлось, активно привлекая молодежь. Мы действительно обращаемся к нашей молодежи, которая подрастает, именно к местным ребятам, все которые из них пермяки. Я думаю, это плюс как для команды, как в целом для края. Потому что всегда слышно, в принципе, это не секрет, да, во всех городах, в любом виде спорта, болельщики хотят видеть родных воспитанников. Благодаря, в первую очередь, успешному старту нашего чемпионата, когда мы долгое время были в призерах, нам хватило очкового запаса для того, чтобы избавить себя от турнира за выживаемость. Что будет по следующему году? Ну, мне сегодня сказать трудно, потому что пока мы не встретились с руководителем региона, нам обещают эту встречу в ближайшее время. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.